Всем привет! С вами снова я, Бедмон, и сегодня мы попадаем вон там, в Манхэттен. Вон за тем зданием есть бар. Там лучшие виски-сауэр в Манхэттене. Если освободим город, угощу тебя выпивкой. То есть, когда освободим? Смотрите, какая девочка. Вот и вертолет. Там должны быть остальные наши. Наконец-то, даже не верится. Пошли! Спасатели. Вообще. Игра вообще, блин, нормально такая. Графика просто от бога. Тут играю, решил я поиграть в онлайн по сети и попал к каким-то китайцам. Тут орут, блин. Так, вот. Подключение, загрузка. Наконец-то, даже не верится. Ты здорово работаешь. Вот и вертолет. Пошли! Это, наверное, где... Там лучший виски-сауэр в Манхэттене. Начало. Держись! Вставай! То есть, когда освободим? Эй! Потерпи! Ну вот. Эй! Мы начинаем. Потерпи! Вот, мы видим, у нее тут что-то с краем глаза. Ну вот и все! Давай! Слева, непонятно, смотря с какой стороны. Слушай, все с тобой нормально. По сравнению со мной тебя и не задело. Черт, командир погиб во время взрыва. Говорит, но есть задание, командир, и мы его выполним только... Через минуту садимся! Лагерь будет справа по борту! Начало игры. Да, есть. Я все выяснила про первую волну. Кто погиб, кто пропал без вести. Остались только мы. Поэтому надо взять себя в руки. Выбора нет. ОТГ-68, диспетчерская, вижу Хадсон. Да, два агента спецотряда на борту. Это их вертолет рванул. ОТГ-68, захожу на посадку. Обычно, чтобы понять, можно ли рассчитывать на человека, нужно время. Но времени нет, так что я ставлю на тебя. Это если вы играли в эту версию, прибытием то... в Хадсон-Пирс! Это... Только вам не знакомо, знаю, на что вы рассчитываете. Это было начало настоящая война. Кто тут командир? Капитан Бенитес. Он руководил эвакуацией Мэдисон Сквер Гарден.
Но утром связь не пропала. Если до завтра он не проявится, уходим. Никто никуда не уйдет. Мы вернем себе город. Бери снаряжение. Будем на связи. Желаю удачи. До свидания. В вашей группе новый агент. Это лагерь Хадсон. Нам надо... Нам дали такое задание. Разверните операционную базу. Ладно, пойдем попробуем. Сотрудник ОТГ, обнаружена схема обстановки, торговец и торговец оружием. Сейчас мы посмотрим. Если что нужно, обращайтесь. А, да не, у него тут дорого все. Надо денег подзаработать. Так, у меня не назначен, короче, один навык. Сейчас я не знаю, короче, как их там назначать. Уже пробовал, не получалось. Потом еще раз попробую. Тут люди. Тут вот трупики. Так, сейчас, одну секунду. Так, лидер группы. Игрок я. Схема обстановки. Идут с улицы! Все подкрепления! Все. Я возвращаться к схеме этой обстановки не буду, так как все уже ушли. Вдруг без меня не справится. Спасибо тебе за щедрость. Ну, все, я дал ему аптечку. Обнаружено Челси. Так. Крысы бегают. Вообще игра проработана очень хорошо. Тут вон, птицы летают, крысы бегают. Самое вот, на данный момент для меня это самая нормальная игра. Вот она полетела. Птица Пенсильвания Плаза. Так, новый инцидент где-то произошел. Но не будем на это отвлекаться. Пойдем туда. Уже почти добежали. Диспетчер, говорит агент Фейлау. Я уполномочена приказом президента и Министерством национальной безопасности. Директива 51. Операция «Ответ». Второй этап. Кто бы вы ни были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Мы вас прикроем. Только не стреляйте всех, кто пытается вам помочь. Конец связи. Так, нас попросил. Внимание. Какой-то генерал помочь ему. Ну, сейчас пойдем помогать. Хорошие новости. Сообщаю, что к вам идет подкрепление. Агенты спецотряда. Наконец-то. Вас только за смертью посылать. Гоните их сюда. Морден, прикрываешь на лестнице. Мартинес обходит с фланга. Давайте, давайте. Посмотрим, что тут. Thank you.
Задели. Что-то мощное слишком. А, не, вот. Все, норм. Сейчас мы его. Хотя нет, не мы. Кто-то другой. Диспетчер, ситуация снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Путин, сохраните мою готовность. Рад, что вы живы. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда. Так, я наконец обзавелась транспортом, так что скоро буду. База является вашим личным пространством. Улучшая сделанная не видны только вам. Система воздуха включена. Уровень... Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Madison Square Garden есть вирусолог, но тот район кишит бандитами. С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее... Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле, и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Исаак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. Так, кто это? Ну что ж, значит, ты агент спецотряда. Супер. Не обращай внимания на смерть и разрушение вокруг, а также на то, что многие уже пытались сделать то, что предстоит тебе, и погибли. Причем наверняка ужасный смерть. Ну да. Короче, они были лучше оснащены, что с того. Так. Это загрузить. Так, точно. Надо загрузить. Силовой корпус пребывает в запустении. Еще здесь не хватает капитана Бенитоса. Его ВТГ обожают. Бенитос наверняка поможет нам с разведданными и огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы от этой мрази. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, тогда мы сможем заняться изучением вируса и получать больше припасов. Не только для гражданских, но и для себя тоже. Так, а как туда попасть? Агент вышел из вашей группы. Технический блок переживает не лучшие дни, но если удастся доставить сюда Ротса, дела пойдут на лад. Этот парень много чего умеет. Он из частной военной компании, и он умнее, чем может показаться на первый взгляд. Технический блок. Понятно. Эй, плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда, что поделать. Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе. Я готовилась к этому всю свою жизнь, но... Но я не так себе все представляла. У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить. Я так и сделала. Не помогло. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да, ладно. Ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести.
Вот, как всегда, мы должны сделать все самое сложное. И не подвести никого. В здании Гарден полно бандитов. У них в заложниках доктор Кэндалл и ее персонал. Доставь этих врачей к нам на базу, чтобы было кому работать в медблоке. Мы останемся здесь и прикроем тебя. А врачей потом проводим на базу. Подключи меня к системе безопасности, и думаю, я смогу найти Кэндалл. Подключаюсь. Посмотрим, что тут есть. Смотри, тут записи камер. Бандиты заставили Кэндалл и других врачей оказывать помощь своим раненым. Только поэтому их еще не убили. Похоже, их люди наверху, в ресторане. Бандитов тут много, но если с умом использовать укрытие, ты сможешь перебить их, не подставляясь под пули.
Обнаружен новый противник. Срочно нужна помощь.
обнаружен новый противник. Кэндалл и ее люди все еще наверху, на кухне ресторана Кобис. Ну и погром тут устроили эти бандиты. Мой папа безумно огорчился бы, если бы увидел. Мы с ним часто ходили сюда на матчи. Наверное, даже хорошо, что мои родители этого не видят. Но есть и те, кто борется, кто до сих пор не сдался. Мы стараемся ради них, агент. Так что вперед! Чтобы добраться до Кобис, придется пройти через несколько зараженных зон. Там было много больных, пока их не перестреляли. Так что осторожней.
Типа ранен и нуждается в помощи. Пригнитесь и не шумите. Внимание! Обнаружен противник. Обнаружен противник. Внимание! Агенту из вашей группы срочно нужна помощь.
По ним ведут огонь с крыши, шагу ступить не дают. Тебе нужно подняться наверх и убрать этого пулеметчика. Нас прижали! Мы не выберемся отсюда, пока кто-нибудь не уберет пулеметчиков, которые засели на крыше! Действуй, агент. Давайте, народ, идите обратно вниз. Нас отсюда выведут и спасут. Только не раскисайте! Отряд Альфа. Наш агент зачищает крышу. Кэндл уже у вас? Так точно. Она и ее люди только что прибыли. Как только крыша будет зачищена, мы их отведем на базу. За помощь. Внимание! Новые силы противника. Thank you.
группы срочно нужна помощь. Спасены. И Кендалл, и весь ее персонал. Обошлось без потерь. Хорошее начало, агент. Жаль, меня там не было, я бы прикрыла. Тем не менее, из нас вышла отличная команда. Когда вернешься на базу, поговорим с Кендалл. Она многое может для нас сделать. Жаль, я не могу с тобой пойти. Какие гости? Этот Гарден был просто адом. Я, конечно, и раньше работала в сложных условиях, но... Да уж. Тут, конечно, не храм науки. Приборов нет, персонала нет, за дверью толпа пациентов. Так не пойдет. Мы делаем, что можем, доктор Кендалл. Если вдруг у вас есть предложение, поделитесь. Да знаю, знаю. Дареному коню и все такое. Но я же должна понять, откуда этот вирус взялся и как его убить. У нас есть зацепка. В ЦРС считают, что тут замешан некто доктор Гордон Амхерст. Боже, этот урод. Я как-то видела его выступление, там такое началось, но... Но если он причастен, надо его найти. И если еще что найдете, дневники, ноутбуки, близких друзей, тоже сообщите. Плюс мне нужны живые образцы и антитела. Работы вам хватит. А вы? А я буду спасать жизни. Теперь извините, мне пора.